День рождения закончился убийством. В Зимовье, недалеко от поселка Покосное, застрелили двух мужчин 52 и 39 лет. Такое сообщение поступило в дежурную часть ОМВД по Братскому району утром 4 мая. О происшествии сообщила сожительница обвиняемого. Как выяснили полицейские, 3 мая обвиняемый с четырьмя знакомыми отмечал свой день рождения в Зимовье. Между мужчинами разгорелся конфликт. Именинник уладил его по-своему. Взял дробовик и выстрелил в своих знакомых. Подозреваемого уже задержали. Теперь ему грозит пожизненное заключение, поскольку ранее он был неоднократно судим, в том числе и за убийство.